Левой. Левой. Раз, два, три. Держим ритм. Левой. Курсанты оборонно-спортивного оздоровительного лагеря показывают, каких умений они достигли в строевой подготовке. Два взвода один за другим проходят перед командованием. Смотр строя и песни – одна из самых зрелищных составляющих лагеря. Песню запевай! Солдатушки, бравые петушки, кто же ваши деды? Наши деды, славные победы, вот кто наши деды. 7 дней курсанты лагеря знакомились с основами армейской жизни. Умение маршировать в строю и петь песни – лишь малая часть того, что было освоено ребятами. Мы, во-первых, выехали на стрельбище, где ребята постреляли из автомата Калашникова, познакомились с воинской частью в поселке Юрья. Также у нас прошел полевой выход. Выходили мы на второй поселок и проходили они пожарные эстафеты. Пожарно-туристические эстафеты в лесу и у спорткомплекса «Красный якорь», где также одевали снаряжение пожарных и выполняли их нормативы. Также у нас произошла сдача ГТО в рамках соревнований. В строю юноши 10 классов всех городских школ, кроме 7-й, в которой в этом году попросту не было 10 класса. В этом году существенное отличие лагеря в том, что наряду с юношами маршируют и несколько девушек. У нас в оборонном лагере 4 девушки, которые изъявили желание пройти подготовку по основам военной службы, так же, как и юноши, на равных, так скажем, правах, сдают и нормативы, выполняют все приказы и соблюдают устав. Девушки проявили себя достойно. Особенно хорошо им давалось приготовление пищи, но многие испытания давались тяжело. Я считаю, что каждая девушка должна иметь какое-то понятие, что вообще именно такое военная подготовка. Что самое сложное было за все эти дни? Полевой выход, тактика. Это просто ужас, когда сам пластунский ползешь, еще надо товарища на себе тащить. Просто хотелось рыдать, вот серьезно. Девушки всегда могли рассчитывать на сильное плечо юношей. Никаких шуточек в адрес слабого пола. Для тех, кто проходит подготовку в этом лагере, армия – это не шутка. Все дни для меня стали яркими и запоминающимися. Особенно для меня приятным и удивительным стал 3-й день, когда мы выходили на полевой выход в поход. У нас было ориентирование, медицинские, туристические эстафеты. Пойдешь в армию? Да, я пойду. Я готов служить, и я хочу служить. Я считаю, очень интересно, когда ты сам прочувствуешь, как это чувствовать себя, когда ты ходишь в берцах, когда тебя заставляют по минуте держать берцы на расстоянии от земли 30 сантиметров, маршировать. Чувствуешь мозоли, чувствуешь, как это пронести товарища раненого, 50 метров проползти за собой, пронести. Это непередаваемое ощущение. Ты в армию собираешься? Да, конечно, я считаю, что в армию должен сходить каждый парень, чтобы даже прочувствовать вот эту атмосферу. По традиции, в заключительный день в лагере подводят итоги. Лучшие из лучших награждаются грамотами за свои спортивные успехи. А небольшие сладкие призы немного подсластят армейские будни продолжительностью в неделю.